Доброе утро, Леонид Константинович. Вам плохо? Сердце в скорую может быть вызвать. Просто Нина. Нина? На лошади, да. На какой лошади? Да, вон же. Где? Ну ты что, слепой? Она на Пегасе. На каком Пегасе? Простите, я ничего не вижу. Никого нет. Пошел вон! Почему? Почему ты преследуешь меня? Ты за мной пришла? Что тебе надо? Я! Никуда не годится. Вам нужен отдых. Хороший отдых. Уезжайте. Поменяйте обстановку. Лес, горы, море. Ну, все что угодно. Как вы себе этого представляете? За 4 дня до выборов? А что вы предлагаете? Фантазия в вашем случае у меня работает только в сторону ухудшения здоровья. Нервное истощение, вот как я могу это назвать, может привести к... Ладно, хватит. Я вас понял. Оставьте меня. Я понимаю. Простите, вам нужно постараться уснуть, и я завтра опять зайду, если что, звоните. Доверенность сделать не успеем, поэтому веди аккуратно, чтобы не нарваться. Стараемся. Если вдруг остановят, вы сотрудники моего избирательного штаба. Разрешение использовать автомобиль для предвыборной кампании – это Филькина грамота. Ну, лучше, чем ничего. Спасибо. Спасибо, что выручил. Такси на сейчас. Был Тургенев и ракет. Ехать в аэропорт. А ты куда? Мне звонил Семеновский. А это враг Мазова? Наш главный козырь в рукаве. Ну, не знаю, чей там козырь. Назначил встречу на сегодня. Ну, так это замечательно, если он наедет на Мазова. Тебе уже говорил, эти люди ничего просто так не делают. Слушай, только не надо мне заливать про чистые руки. Как будто бы ты не хочешь выиграть на выборах. Ну, не любой ценой. Я поняла. Ты хочешь, чтобы я чувствовала себя обязанной? Слушай, не хочешь ехать? Не едь. Мы сами как-нибудь справимся. Тоже мне рыцарь на белом коне. Это на удачу. Позвоню тебе. Доктор просил всех предупредить, что психическое состояние Леонида Константиновича крайне неуравновешенное. У него могут быть нервные срывы, видения, соответственно, неадекватное поведение. На некоторое время, скажем, недели на две, Даша и Лиза, вы уходите в отпуск. Всех остальных я прошу без надобности не попадаться на глаза
Леониду Константиновичу. В случае, если все-таки кто-то заметит его неадекватное поведение, прошу сразу сообщать мне. Вопросы. Доброе утро. По-моему, я просила всех быть вовремя. Простите. Бега что-то странно себя ведет. Очень возбужден. Мечется по стойлу, как будто рядом находится кто-то чужой. Ну, пришлось успокоить. Чертовщина какая-то. Это точно. А мы думали, что ты сегодня со своими хвостатыми подружками позавтракаешь. Я к тебе, Сережа, тоже очень хорошо отношусь. Почти как к своим хвостатым подопечным. Правда, они животные умные. Я вижу, у тебя голос прорезался. Ну, ты спросил, я ответил. Приятного аппетита. Надеюсь. Если бы я там был, она на меня посмотрела, я бы сразу все понял. Да будет еще время. Посмотрите друг на друга. Еще надоест. Дай бог. Пойдем. Может, завтра, не обязательно сегодня. Она смогла не успеть просто. Смотри, может, это? Павлев в частном доме, на крыше которого флюгер петух. Он должен принадлежать Мазову. Рядом взлетают самолеты. Пока Оля у него, я боюсь что-то делать. Если найдете дочь, он не сможет меня удержать. Павел, любимый, будь осторожен, Мазов страшный человек. Так, поехали. По-моему, я знаю, где это. Достаточно, чтобы посадить Мазова надолго. Не хотите посмотреть? А зачем? Для этого профессионалы есть. Они и посмотрят, и изучат, и ход дадут, если... Если что? Все это очень хорошо, убедительно, доказательно. Вот только быстро раскрутить это не получится, если все по закону делать.
У Мазова очень сильная поддержка у силовиков. И в Северогорске, и здесь. Вы ведь понимаете, что именно поэтому я пришел к вам. Времени совсем мало. Похищен ребенок. Я знаю. У меня там свой человек. У нас ведь, знаете, такие игры, что к ним нужно очень хорошо готовиться. Тогда чего же вы ждете? Глеб Николаевич, вы меня путаете либо с прокуратурой, либо с законом кармы. Я здесь не для того, чтобы восстанавливать справедливость. У меня свои интересы. И сейчас они могут совпадать с вашими. Выходит, Мазов у вас всегда был на крючке, и вы его не трогали из-за выборов. После того, как ваш идиот мэр слился, прошу прощения за вульгаризм, а вы наотрез отказались со мной сотрудничать, у меня не осталось кандидатов в регионе. Лучше известный враг, чем полная неизвестность. Глеб Николаевич, кстати, а почему вы передумали? А почему вы решили, что я передумал? Вопросом на вопрос. Отлично. Вы превращаетесь в политика. С вашими материалами мы можем стереть Мазова в порошок менее чем за сутки. Многие серьезные люди уже знают, что он неадекватен, особенно в последнее время. Многие хотят от него избавиться. Осталось только дать ему пинка. И если мы с вами, как с будущим мэром, договоримся, я начну подыскивать для него подходящий сапог. Так, вот взлетная полоса, вот трасса, вот озеро. Тут или тут? Приблизь, пожалуйста, этот участок. Ниже, ниже. В каких местах вы бываете, девушка? С виду не скажешь. Бываю, бываю. Бывала с одним известным тебе человеком. И самолеты там взлетали, и флюгер-петушок. Этот человек как-то связан с Мазовым, я правильно понимаю? Да. Одна из его шестерок. Ниже. А. Приблизь, пожалуйста, этот дом. Я больше не могу. По-моему, он. Ну все, поехали. Мы же с ума не сошли. Ладно, все, хватит. Надоело уже. Иди другим мозги выноси. Свихнулись бабы, Леонид Константинович. Привидения они видели. Что? Да вы не берите в голову. Точнее, не видели. Простите, запутала меня эта Ольга. Вещи у них стали пропадать. Я разберусь и приеду в офис. Страны заезжали. Мне кажется, вот это он. Дай бинокль. Точно он. Смотри. Стой, Паш, ты куда? Ты что, нельзя напролом? Вдруг там не один охранник? Надо немного понаблюдать. Может, все-таки получится как-то незаметно ее выкрасть. На, смотри. Заходи. Куда пропадают вещи? Ерунда все это. Одна переложила, другой забыла сказать. Есть информация поинтереснее. Какая? Возле овощебазы камеры зафиксировали машину Потокина. А в ней еще какую-то девушку, но трудно рассмотреть. Могу предположить, что это та самая Ксения. Что привело его к овощебазе? Он что-то накопал. Пока это никак не проявляется. А знаешь, где оно проявляется? Сева, в следственном изоляторе! Оно проявляется тогда, когда уже поздно, когда уже все. Ты что, забыл, как было у тебя? Я чувствую, он что-то готовит. Не просто так он появился тогда на вечере. Не прокололся, как предположил начальник штаба. Он пришел показать, что не боится меня.
Значит так. Овощебазу заморозь и готовься к переезду. Девочку в другое место, срочно. Приозерное. И смотри в оба! Понял. Да? Семеновский согласился. Отлично. Так, что дальше? Паш! Идиот. Это кому? Нет, не ты идиот. Ты молодец. На связи. Хорошо, да. А может, ты не идиот? Пойдем? Ложись на место. Быстро. Кто еще в доме? Никого. Оля где? Наверху. Не стреляй, думай. На кухню. Свяжите. Thank you.
собой делай все, что ты говоришь. До сих пор не вижу свою дочь. Что ты ей сказала? Почему мать снова исчезла? Мама поехала за вещами. Скоро приедет. В магазин меня отправил. Спасибо, что не в крематорий. Ты живешь здесь, но еще не со мной. И что ты там думаешь на самом деле, я тоже не знаю. Что делала твоя подруга на благотворительном вечере? Та, которая стала помощницей Потокина? Боишься? Правильно делаешь. У нее еще есть детдомовских времен на тебя счеты. Это ведь твои люди подсадили ее брата на героин. Что за бред? До этого бреда в твоей жизни предостаточно. И забыть хочется, а не получается, да? Все твои Кати, все Нины, все они тут, они утащат тебя за собой. А я с тобой не хочу, оставь нас с Олей в покое! Рот закрой! Ань, если что, стреляй. Сейчас, сейчас, я только веслоушки заберу. Оленька, родная, давай быстрее, ну, пожалуйста. Ну что вы здесь копаетесь? Оля. Останься с Олей. Оля. Заткнись. Да, Леонид Константинович, и еще. Звонила столичная журналистка, некая Катя Соколова. Хотела взять интервью, но тема какая-то о насилии в семье. Я с пиарщиками проконсультировался, сказали отказать. Но она как-то странно это сказала, что когда-то то ли уже пыталась брать у вас интервью по этому поводу, то ли взяла, мол... Вы даже дали обещание, но что-то у вас там не срослось в последний момент. Это все? Нет, не все, Леонид Константинович. Она хотела вам прочитать кое-что личное из дневника, который ей принесла Нина сегодня. И вот тут я уже ничего не понимаю. Нина ведь... Да. Да, Нина мертва. Да, ее нет! Ее нет! Всех, кто был в доме за последние два дня, всех в гостиную. Машину поближе подгони. Стоять! Что? Тихо, не бойся, не бойся. Колечка, это такая игра. Индейцы и ковбои. Ты мне врешь. Кто индейцы? Мы. Я, ты, папа, тетя Ксюша. Но мы же без перьев, не разукрашены. Да, это чтобы мы могли быстрее поменяться местами и стать ковбоями. У меня есть Олечка помада, я тебя разукрашу. И себя. В машину. Ты вперед. Давай, шевелись. Я в Приозерное порешаю наши хвосты. А ты с Рыжим дуй на овощную базу. Проконтролируешь переезд и новоселье. Все на связи. Если за последние два дня в доме из посторонних никого не было, значит, этот очень важный документ украл кто-то из вас. Если я сейчас не узнаю, кто это сделал, я вас всех уничтожу. Всех! Леонид Константинович, была одна новая уборщица. На благотворительный вечер нанимали. Заплатили аванс, но она так и не пришла. Заболела, звонила, извинялась. И чтобы не возвращать деньги, пригласили сюда убрать. Но я проверяла документы, паспорт, все как положено. Прописка есть. Зовут Тамара Николаевна. Тамара Николаевна? Да. Что-то знакомо. Фамилия? А нет, да, не могла. Да, директриса была. На воротах видеокамера. Можно проверить. Может, забыли кого? Да что ты стоишь? Ушли. Ушли!
Женя, возьми себя, пожалуйста, в руки. Оля, иди ко мне. Иди ко мне, моя родная. Спустись немножко дальше. Иди сюда. Вот так вот. Вот так и действуй. Вот. Я не могу поверить, но не может же все так. Аня. Не забывай, пожалуйста, что это ты психолог. И именно ты должна нас поддерживать, а ты раскисла и поплыла. Непрофессионально получается. Как я по тебе соскучился, моя родная, ты даже не представляешь. Господи, какая же ты взрослая стала. Пап, а когда эта игра закончится? Я уже и ковбойкой быть не хочу. Скоро, скоро, Валь, скоро, очень скоро. Директриса, Тамара Николаевна. Директриса, какая чайная? Нина? Выключи, я вас позову. Да! Да какое там помешало, товарищ генерал? Я тебе всегда рад. Что, прямо сейчас? Давай через час. Мне тут кое-что надо проверить. Угу. Что-то случилось? Тебе снова приснился какой-нибудь страшный сон? Рот свой прикрой. Я не оставлю тебя в покое. Ты даже не представляешь, как мне теперь хорошо. Как я тебя люблю. Как мне хотелось сейчас тебя наказать. Но мне надо уходить. Прости меня. Я обязательно вернусь. Времени у меня мало. Объясняю коротко. Я на вашей стороне. Это первое. Второе. Я сейчас освобождаю вас и отвожу в детдом. Сегодня сидите там ниже травы. Катю Умазова. Да. Ты потом туда? Да. Я с тобой поеду. Я все равно поеду с тобой. Так, Оль, Оленька, солнышко мое, смотри. Ты побудешь с тетей Аней и с тетей Ксюшей. Они тебе покажут бомбоубежище. Хорошо? Настоящее? Настоящее некуда. Конечно. А я за мамой поеду.
Но это же недолго. Нет, 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 ты что? Если только мама не будет так долго собираться, как ты. А ты скажи, что я ее очень-очень жду. Ты хорошо, обязательно скажу. Давай. Здравствуй, Леня. И тебе не хворать. Присаживайся. Я смотрю, вы без погон? Да это я так, решал неофициально некоторые вопросы. Ну, давай ближе к делу. Я слышал, у тебя проблемы. У меня? Какие-то у меня проблемы. У меня что, есть проблемы, о которых я не знаю? Ты, Ленчик, неубедительно врешь. Слушай, не перебивай. Я тебе сейчас одолжение делаю. Короче, ты очень серьезным людям поперегорло стал. И с капустой этой, главное, с бабами своими. Терпели тебя, терпели. Теперь терпение все и вышло. Уже и повестка на тебя выписана. И ордер на обыск. И следак по особо важным из столицы завтра приезжает. Могу по старой дружбе посодействовать. Конечно, придется занести, кому надо. С выборов завтра же снимешься. Капусту Семен под себя уже взял, а вот с бабами сложнее. Я что-то не пойму. Ты что, меня кидаешь? Давай тут без блатняка. Я из другой структуры. И я не кидаю, а рассказываю тебе то, что раньше называлось политикой партии. А теперь называй, как хочешь. Только суть не меняется. Тебя, Леня, больше нет. Вот так прям и нет. А ты меня спросить не хочешь? А зачем? Знаешь, как оно бывает? Живет себе большой человек, ценит себя, скажем, на миллион, а ему вдруг раз и единичку стерли. Вроде мелочь, а остались-то одни нули. Ты немного на себя берешь. Решать, кто есть, а кому нет. А может, тебя нет? Ну ты говори, да не заговаривайся. Я с тобой пока по-хорошему. Это я решаю, кто есть, а кого нет. Тебе понятно? Я. Узнали уже. Крысы. Пошли вон отсюда! Ты где? Как раз собирался вам звонить.
Оля Приозерном? Она в безопасности. А вот ваши дела совсем плохи, Леонид Константинович. Овощную базу накрыли. Да что я вам рассказываю? Вы, наверное, и сами все знаете. Ты об этом говоришь, как будто бы это хорошая новость. Вы особо тон не повышайте. Пламенный привет вам от Семеновского Петра Аркадьевича. Ах ты ж, сука какая. Он просил передать, что у вас есть 10 минут, чтобы не попасть в тюрьму. И предупредил он вас при одном условии. Вы должны оставить в покое Наташу. Пусть засунет это условие знаешь куда. Ну что? Можно сказать, очень недоволен. Собирайся. Мы уезжаем. Все уезжают. Что происходит? Мы с тобой начнем новую жизнь. Где Оля? Она ждет нас. Давай, собирайся. Я тебе не верю. Она дочь моя! Она любит меня! Давай. Хорошо, собирайся. Райна, где болит тебя? Кать. Катюшка. Все. Катюшка. Все. Все хорошо, все закончилось. Все. Ответ даст следствие, но налицо все признаки самоубийства. Это неудивительно после того, что стало. Мне горько говорить об этом, но факты налицо. Регионовым долгое время правил безраздельно, правил коррупционер и уголовный преступник. Но есть и хорошие новости. Глеб! Мне приятно видеть, что на смену бандитской власти приходят честные и принципиальные политики нового поколения. Спасибо. Кстати говоря, вы не станете отрицать, что смерть Леонида Мазова фактически открыла вам дорогу к креслу мэра? Я бы воздержался от подобных утверждений. Могу сказать только, что верю в своего избирателя, потому что люди мудрее и умнее, чем принято о них считать. Спасибо. Нет, спасибо, все хорошо. Что врач сказал? Что все в порядке. Хорошо, Наташа. Да как ты к коммуникации привык? Это было в прошлой жизни. А теперь в этой надо все это забыть. Забыть, а потом вспомнить только самое главное. А что самое главное? То, что я очень люблю тебя и Волю. И очень боюсь вас потерять. Thank you.
Так, не расходимся. Созрел тост. Ты какой, третий или четвертый? Чего, мы отдыхаем? Что-то зачастил ты. Перебивай старше по званию. Так, Манюр, давай там. Скажи ему, скажи ему. Стас, хорош. Пойду рыбку посмотрю. Пойдем к мамам уже, да? Пойдем? Ну-ка, полетели, где она, мамка у нас? Куда вы разбегаете? Как же тост? У нас полет, извини, мы полетели.